Всем привет, мои маленькие ситхи. С вами Дарт, и да пребудет с вами темная сторона силы. Так, сегодня мы продолжаем играть Jurassic World Evolution. Значит, у меня осталось несколько животных. Ну, как несколько, конечно, многовато их там осталось. Но я думаю, мы в ближайших видосиках их посмотрим. Так, убрать. Убираем велоцираптора и продаем его. Да. Мне сказали, что можно, в общем, поселить дейнонихов, да, и тираннозавра в одном загоне, якобы они не будут сражаться. В общем, я хотел бы это проверить. Если что, я их в тот загон перемещу. Так, дейноних. Изменить геном. Так, я что-нибудь тут менял? Нет, я тут ничего не менял. Ну, три окраса у него будет, да? Значит, вывести. Я надеюсь, они не будут у меня сбегать. В общем, я дождусь, если они будут нормально уживаться с тираннозавром, их не будет нужно перемещать в другой загон. То я их оставлю тут, а в тот загон помещу каких-нибудь других динозавров, которых мы уже, чьи геномы мы уже получили. Так, раскопки, значит, новое у нас что-то, да? Паи Сэндстоун Мембер. Помните, шоу должно продолжаться. Часть формации Фронтир, которая захватывает северо-запад Колорадо, северо-запад Айдахо, юг Монтаны, север Юты и запад Вайоминга. Огромная такая, в принципе. Это часть северо-восточного бассейна Бигхорн. Это формация позднемелового периода возрастом около 100 миллионов лет. Она состоит в основном из серого песчаника с включениями сланца, как серого, так и углистого, и бентонита. Эти отложения сформированы реками и протоками, впадавшими в западное внутреннее море. Одиночные массивы песчаника формации Фронтир, окруженные левритом, свидетельствуют о том, что раньше здесь находился архипелаг прибрежных островов. Эту гипотезу подтверждают также и следы волн, относящиеся к меловому периоду. Наиболее частые находки здесь окаменелые следы, такие как таласиноиды, это норы, выкопанные рыбами, анемонами и другими существами, и зоофикосы, следы перемещавшихся или кормившихся много щетинковых червей, а также зубы позвоночных. Здесь можно найти нодозавра. А, да, мы же нодозавра теперь ищем. Слишком слабый, не выжил. Ах ты гад, не выжил у меня. Так, вот стигемолох у нас открылся. Звезда фильма у нас, да? Рост 1,1 метр, вес 78 килограмм, длина 3,5 метра. Ага, он меньше меня весит. Стигемолох, динозавр семейства пахицефалозаврид. Название переводится как «Дьявол Стикса». Имеется в виду река из греческой мифологии, ведущая в царство мертвых. У динозавра на голове был менее широкий, более плоский купол, чем у других пахицефалозаврид, с более выраженными шипами вокруг черепа. Стигемолох изучен по образцам из формации Хелл Крик, Феррис и Ланс, где были обнаружены останки только молодых особей. Окаменелости стигемолоха были открыты в регионах на берегу западного внутреннего моря, имевших в прошлом субтропический климат. Здесь не было холодных сезонов, а большое количество осадков погребло смытые вниз образцы под слоями песка. Так, ладно, давайте вылечим. О, у нас что, зауроподы были? Нифига себе. Добавить задачу. Так, с кормушками тут норм, да? Заодно кормушки проверишь. Так. Значит, у нас кто-то не родился. Я прав? Прав. Кто не родился? Дейноних, шкура таежный. Вернуть. И еще раз его попробуем вывести. А. Таежный тут стоит. И да. Выводим. Здесь все получится. Так, давайте сразу пока окаменелости глянем, пока у нас тут все норм. Так, велоцираптора пока не продаем. Тираннозавра сколько стоит? Да, давайте продадим. Стигемолох извлечь. Продать.
иридий продаем, нодозавр извлекаем, извлекаем, продаем, таразавр продаем, извлекаем, продаем. Так, окаменелости, значит. Так, сейчас еще быстренько глянем, выпустите динозавров. Это мы выполним. Сколько у нас там, кстати, до получения? О, чуть-чуть осталось, в принципе, да? И у нас разблокировано, в принципе, задание. Так, где Джиповский? Сейчас он будет лечить, будем добавлять задачу. В принципе, давайте-ка я возьму под управление... Это несложно, если честно, по нему попасть. А здоровье-то чё ему не прибавляется? Ну всё, дальше сам справишься, да, я думаю? Да. Еще кто-то болеет? Кто болеет? Так, стоп! А я его что, не продал? Упс. Так, добавить задачу. Добавляю задание. Заодно и продадим, и лечить не надо будет. Так. Тем временем новый динозавр. Нет, подождите-ка, давайте-ка посмотрим, что за миссию нам предлагает Айзек. Потому что ген внешнего вида саванна. Выведите, выпустите в лаборатории Хэммонда вид майозавр с модификацией ген... Ага. Ну, к этому засунем сейчас вот сюда, да, и все. Понимаете, какая штука? Остальным отделам не очень нравится, что они в нас нуждаются. Я сам когда-то был айтишником, пока не понял свое истинное призвание. И сейчас мне кажется, что они ненавидят нас, потому что они и мы. А кто мы? Продюсеры, шоумены, почти шаманы. Мы не хуже динозавров пробуждаем это место к жизни. Так что... Общительность низкая, да? Итак, задача следующая. Что нравится людям? Что-то новое. И с этим есть некоторые трудности, когда гвоздям программы уже сотни лет. Но мы дадим им что-то новое. Начните с изучения модификации внешнего вида и посмотрим, что получится. Сюрпризавры. Динозавры выглядят впечатляюще и в том виде, в каком их создала природа. Не делайте из них розовых пони. Хорошо. Благодаря вашим исследованиям мы сможем вывести динозавров с модифицированным внешним видом. Тогда узнаем, стоило ли оно того. О, новые динозавры! Потрясающие! Гости оценят. А если нет, ваша вина. Ну, типа, они довольны, да? А теперь нужно проверить самое главное. Требует, чтобы к его доволен ли тираннозавр? Ну, в принципе, да. Их явно этого заслуживает. Хотя дайте-ка я продам эту хрень. Походу динамики тут у меня прижились они, в принципе. Так, ну давайте. Подождите, сейчас я, короче, их выведу, да, и мне нужно будет, чтобы они выжили. Это вообще по-любому. Поэтому давайте-ка
Я знаю, что вы заняты, но это возможно. Поэтому давайте-ка вот в этом загоне это сделаем. Типа, продержите их там 2 минуты, что-нибудь такое опять он мне сейчас даст, вкинет. Саванна использовать. Вывести. Так, где у нас майозавр? Вот он. Ага, саванны тут уже автоматически. Ну, если что, я вкину их вот сюда, потом заберу. В парке нет источников болезни, кишечная палочка. Я очень рад. Я очень этому рад. Так. О, альфа. Блин, они прикольные, кстати, ребята. Ты точно доволен всем? Да, удовлетворен? Типа, ему бы еще больше популяции, но обойдется. Отдел развлечений становится настоящей жемчужиной всего предприятия. Блин, прикольный приятель. Нравится. Нравится! Ну, Т-рекс, в принципе, ему норм, как бы, что тут другие челики обитают. Так, давайте-ка я вот что подумал-то. Еще одну кормушечку поставлю. А то им всем не хватит. Ну, это стандартный такой красненький, мы его видели еще в всяких геймплейных этих штучках. Ну да, они боятся его, в принципе. 4-го я пока что-то не хочу создавать. Так, это для плотоядных. Кормушку для плотоядных давайте-ка удалим. Ну, он есть, да. Теперь давай выпускай майозавра быстрее. О, читаем пока. И слушаем мега крутые звуки. Итак, теперь нам нужно правильно преподнести гостям новых динозавров. Премьера до нашей эры. Как вам? Доходы должны вырасти. А доходы — это истинный показатель успеха. Прикол в том, что он, короче, звучит очень странно. Я выполнил? Братан, ты серьезно? Окей. Впечатляющий результат. Безусловно, очень трудное задание. Я не представляю, как я его выполнил. Кстати, это не всегда хорошо. Тебе кажется? Тебе кажется вообще? Вы работаете на результат, и вас замечают, поверьте. А я начинаю задумываться, кто вы такой, что вам нужно. Глупо с моей стороны. Может, да, а может и нет. Отлично. У нас будет гиросфера. Требуется присоединить к существующему пути. А я же могу его создать автоматически? Как создать путь,
Ладно, потом разберемся. Так, читаем про нодозавра, я же обещал. Так, в начале окаменелости. Так, нодозаврик. Да-да-да-да, где же ты, где? Где же ты, где? Он как будто задыхается. Озвучка такая, типа... такой... Я нодозавр! Значит, рост 1.5 метра, вес 2.5 тонны, длина 7.5 метров. Нодозавр, анкилозаврит, да что вы говорите. Или панцирный динозавр, живший в Северной Америке. Свое название, означающее «узловатый ящер», получил за костные узлы на своей броне и спинных пластин. Был одним из первых динозавров этого типа, найденных в Северной Америке. Скелет нодозавра восстановлен пока только частично. Нодозавр был обнаружен в формации «Фронтир», штат Вайоминг, США. К настоящему времени найден только один неполный скелет. Мало что известно об экосистеме формации «Фронтир». Фронтьерра. Фронтир, да? Забавное название. Ой, это галерея. Изменить маршрут, да, давай, я сам автоматически. О, ты смотри, как оно строится-то. Тут будем прям по центру проезжать. А здесь можно вот так. Нет, кормушка мешается. О. Все? Норм, да? Денежки, денежки, бюджетная экскурсия, стандартная экскурсия, я тебя умоляю. Все нажимается. Чувство безопасности. Этот контракт поможет нам работать лучше. А сколько у меня? А что у меня там со строениями? Нет, не то. Репутация? Нет, не то. Финансы? Да не то. Где? Где? Я репоил. Новый контракт. Нам редко поступают подобные предложения. Присмотритесь повнимательнее. Вам, как и мне, нужна надежная система энергоснабжения. Так, стоп, я не могу ей управлять? Чё за хрень? Ребята, нет, ну я хочу в ней поехать, но... Нет, куда ты нажал? Вот, давай сюда. Да ты чё, издеваешься? Какая высокая кормушка, гиросфера, видишь? Видишь, это гиросферка. Поехать в гиросфере, да. Уй, там такие челики ходят. Во, здоровые такие. Вах! Чё ты пальцем тычешь там? Я не понял. А если динозавр нагадит, короче, на дорожку, и мы проедемся по этому... И типа у нас на стекле такая хрень останется, да? Типа мазок такой. Блин, это будет ужасно. Но можно будет сказать, что мы были наиболее близко к динозаврам. Типа очень даже близко. Видели их изнутри, можно даже будет сказать. Да хватит тыкать пальцем, чё какие... Вам что, не сказано, что некрасиво так делать, ребят? Вот сейчас можешь тыкать, сейчас мы уже подъехали. Блин, я не могу налево посмотреть. Тупо прямо, короче. Это вообще не весело. Блин, ну эти ребята огромные. По-моему, брахиозавр выше, кстати.
Ладно, ребят, наслаждайтесь. Но я просто обязан был вам показать. Это не так весело, как я рассчитывал, но все же прикольно. Так, ну ладно. А, забыл совершенно. Да не экспедиционный, да. Служба перевозок. Подбираю актив. Выдвигаюсь на сбор актива. Так, где стигемолох? Ой, тарозавра, давайте тарозавра выведем. Изменить геном. Три окраса у него, капец. Я использую этот, потому что он у меня прокачанный, и он при маленьком проценте живучести, который он отнимает, дает нормальный рейтинг и нормальный показатель. То есть вот смотрите, плюс 21 стойкость, тратите 7% живучести и рейтинг 8, да? Тут рейтинг 15, но вы тратите 10% живучести, у вас 13 всего лишь стойкость, да, но атака бонусом идет. Ладно, давайте. Ну, проблема в том, что он, скорее всего, не выживет, типа... Я же тут две кормушки поставил, да? Да, давайте у нее резерв изменим. 12 минут. Кстати, напишите, кто у кого какое оптимальное время стоит, чтобы типа животные не голодали и как-то сэкономить на этой фигне. Класс, сюда вообще никто не ходит. В баре люди еще сидят. Ну и пускай сидят. А сюда ходите? Почти не ходите, да? Хотя можно увеличить. О, как хорошо пошло. Я нашел наконец-то рейтинг. Отлично, с динозаврами. Динозавров не отлично. 5 звезд мне нужно, чтобы открыть там. Чё мне открыть? Исла побережье какой-то я открою. Ну, я должен набрать эти 5 звезд. Просто вообще безвыходное положение. Это прикольно. Кстати, я хочу посмотреть, получится ли у меня гиросферка вот тут. Это было бы шикарно. О, походу можно. Слушайте, отлично. Это просто великолепно. Так, ну давай проложим. А ты можешь ровными линиями все делать, нет? Чё у тебя за маршруты? Есть?
мимо кормушечек давай проедем. Помехи, типа я не могу по воде проехать. А, окей. Так, давай-ка ландшафт. Без воды. Вот и так. Да не смотровая галерея же, господи. Бизнес. Это не всегда просто и не всегда чисто. Но это всегда важно. Присмотритесь к контракту. Точно запомнит на вам. Как помехи-то? Было клево. Приезжайте к нам еще, приходите еще, товарищ тираннозавр. Давайте-ка тут создадим тиранозавра. И пускай Т-рекс его в схватке выиграет. И будет у нас четвертый бой. Все, выпускаем нового динозаврика. Красавец, красавец. Тиранозавр, верно? Точно. Они вырастают до среднего размера и любят есть мамонтов. Это средний размер 8 метров. Ты с кем сравнил? С тираннозавром, что ли? О, зелененький, классно. Не, не клёвый вообще. С популяцией у них норм, в принципе, мне это будет. Нашему предприятию, и в особенности отделу безопасности, всегда нужны люди вроде вас. В смысле? А, все, все норм. Даже когда все хорошо, содержание наших животных... О, они мне метриакантозавра еще дадут. Клево, я вот сюда куда-нибудь запихну. Сейчас потребуется нечто большее. И я сразу подумал о вас. Ты молодец. Надо думать обо мне вообще. Всегда нужно думать. А, я задание открыл, да? Для многих этих животных сдержанная агрессия – естественное состояние. Но мы собираемся ее высвободить. И даже поддать жару. Возможно, вы сможете понять, кто вы на самом деле. И какими на самом деле могут быть динозавры. В общем, ребята, на этом я хочу завершить данное видео. Сначала генетические модификации. Нужно определить, какие гены оказывают влияние на такие черты динозавров, как агрессивность, скорость атаки и так далее. Доктору Ду об этом знать не следует. И мне бы не хотелось. Вас понял. А что тут коза делает? Сообщили, что исследование завершено, и можно приступать к модифицированию.
в целях получения сверхагрессивного поведения. О-о-о. Погодите, стоп. Что? Что вы хотите сделать с этими динозаврами? Очень надеюсь, что вы знаете, на что идете, ведь я знаю. Я-то знаю. Я это пережил. Так, то, о чем вы еще понятия. Кормушку с козой тут где-то оставил, да? Да, вот она с живой приманкой. Короче, какая-то муть опять начинается. Ну, в общем, надеюсь, это видео вам понравилось. Создал два вида динозавров. А в следующем видео, то, как видите, у нас осталось еще, получается, стегимолохнодозавр, открометрия кантозавра и архиорнитомима еще впоследствии. Надеюсь, я смогу всех разместить. А, до скорых встреч, увидимся в следующем видео, и всем пока!